Привет, друзья! С вами я, снова дизайнер собственной счастливой жизни Мила Зверева Новикова. Какой паровозик нашла в Минске. Классный. Сегодня день у меня такой прикольный. Объездила весь город Минск в попытках попасть в баню. У меня сегодня обычно понедельник, день бездельник, банный день, закат. Скоро солнышко сядет. Вот я сегодня объездила, 6 или 7 мест, и все бани закрыты. А еще вдобавок упал, разбился телефон. Ну вот я с него снимаю, посмотрю, что получится. Вот. В конце концов еду просто к сыну. Заодно повидаемся. Ну, заодно и тельце там свое помоем. Вот. И что я хочу сказать. Все, что не делается, все делается к лучшему. И все всегда во благо. Я сыну сказала, говорю, телефон разбился. Он говорит, тьфу, давно поменять свой надо было. Не зря тебе писали, освободи память. Освободи память. Поэтому освобождаю голову, тело, разум от мусора. Таким образом освобождаю свой дух, чтобы он вольно у меня творил, с волей, с верой, решительно, да. Есть такая знаменитая книга, забыла автора, которая название «Думай медленно, решай быстро». Вот, кстати, чему нужно мне лично научиться. Ну, заодно вот тельце помою, с сыном повидаюсь, пообщаюсь. Короче, все, что не делается, все во благо. Так, на этом все. Пока-пока. На закуску моя любимая фраза. Я вас люблю. Нравится вам это или не нравится, вы ничего с этим поделать не можете. А я все равно вас люблю. И вот еще раз. Солнышко. Такой закатик. Солнышко вам в душе. Пусть всегда светит солнышко, пусть всегда радует деток. Все мы дети. Не важно, сколько нам лет, все равно мы дети. Дети Творца. Ну вот, пока-пока.